Под симпатичной аркой в доме на улице Сколос, 22, поселился трубачист. Его небольшая фигура, отлитая из английской бронзы, призвана приносить счастье и удачу. Трубачист – одна из старейших, но до сих пор востребованных профессий. В этот день, ровно 54 года назад, Варис Вилсонс почистил свою первую трубу. Поэтому открытие памятника воспринимает еще и как подарок. И с удовольствием рассказывает, без каких качеств настоящему трубачисту никак не обойтись. Главное – честность и относиться к своей профессии такой добротой и, честный должен быть. Почему честность? Извините, в квартирах пускай там, любой не зайдет, там можно обчистить как-то. Да. Зайдешь к богатым, знаете, как руки чешутся. Для автора памятника, рижанина Евгения Шитова, это первый опыт создания так называемой городской скульптуры. Чтобы бронзовый символ удачи полюбился горожанам, главное в работе было избежать монументальности. Я никогда не любил все эти памятники, все эти большие, огромные, церетелеобразные вещи. Это вообще очень правильно, ставить маленькие, несерьезные, не пафосные, а какие-то вот такие работы. Прототипа скульптуры нет. Образ, по выражению автора, собирательный. Однако вся профессиональная экипировка, как у настоящего трубачиста. Объяснить же, что и для чего, бронзовому Альберту помогает коллега. Вот такая ложка, только грязная, черная. Правда, из нее тоже изредка я шампанское или покрепче выпью. Только когда нальешь, быстренько надо, пока это не разрезалось. Это вот такая выходная, парадно-выходная. Уже в первые минуты после открытия памятника от желающих потрогать пуговицу Альберта и с ним сфотографироваться не было отбоя. Принесет ли этот ритуал счастье, трудно сказать. Но за то, что уже в ближайшие месяцы пуговицы бронзового трубачиста будут отполированы не хуже, чем у настоящего, можно ручаться. Элина Суворова-Пилыня, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.